так проводить, но пока человек взялся записать, ему нужно это показать своей команде. Пожалуйста, будьте добры, отключите микрофон, и я начинаю. Хорошо. Все ли видят мой экран? Кто-то один, скажите. Да. Отлично. Итак, я показываю, Александр, именно ваш кабинет. У вас здесь есть уже один приглашенный. Но я буду презентацию вести со своего кабинета, потому что у меня там уже есть структура. И именно по этой структуре я буду показывать, как мы с вами работаем именно в кабинете. Мы немножечко сегодня сократим презентацию, не будем рассказывать об обучении, мы это утром слышали, мы будем рассказывать более подробно о площадке Тайрус. Итак, я в своем кабинете, на домике, вот домик нарисован начало, я вижу своего пригласителя, Наталью Чернявскую. Нажав на слово «Open», я могу узнать ее именно Skype и ее, имея кошелек Perfect Money Center, выводим наши реферальные деньги. И не только реферальные, при закрытии кругов мы имеем достаточно серьезные деньги. Теперь идет окошечко «Моя команда». «Моя команда» представляет из себя список людей, которые подписаны лично подо мной. И вот этот вот квадратик, плюсик, показывает, сколько приглашенных у данного человека. Очень удобно. Вы можете здесь наблюдать всю свою структуру. Именно здесь. Поэтому вы можете всегда просмотреть, какое же количество у вас людей вообще во всей структуре. Итак, личная программа. Что же представляет из себя жилищная программа? Жилищная программа – это 18-квадратная студия, которая находится вот в этом двухэтажном доме, который построен из экологически чистых материалов. И самое главное, что здесь очень хорошая звукоизоляция. Дом находится в районе аэропортов Медведково, но звукоизоляция очень хорошая, мы не слышим ни самолетов и ни соседей, которые у нас за стенкой. Дом весь защищен забором. Здесь есть площадки для остановки машин. Все это написано. 1/16 принадлежит земли тем людям, которые уже получили эту недвижимость. И 1/16 жилья тоже принадлежит вам. Что же представляет из себя эта студия? Это прежде всего комната, в которой 18 метров. Здесь есть диван, новый холодильник, стол для приема пищи или для работы с компьютером, стол для приготовления пищи, вешалка с тремпелями, где вы можете оставить верхнюю одежду, комод для обуви и для постельного белья. И войдя тогда в нашу студию, мы видим, что здесь действительно есть электроплитка, на которой можно быстро отогреть себе или приготовить. Уже стоит. Здесь есть электрочайник и есть мойка для мытья посуды и навесной ящик для хранения посуды. Это, на этой фотографии изображены люди, которые уже живут в этих домах и очень довольны. В основном это студенты, это приезжие люди с разных стран. Сейчас я могу сказать, что Израиль посетил этот дом, им очень понравилось. И люди не только с Израиля. Сегодня у меня была встреча с итальянцами. Многие из них выходцы из России и тоже бы хотели иметь такую студию для всех приезжающих, которые приезжают на несколько дней, чтобы они могли погостить там, а именно имели жилье, эту студию в этом доме. 20 минут езды от центра на электричке и 7 минут ходьбы до самого дома. То есть это очень быстро от центра. Если кто знает Савеловский вокзал, там вообще 12 минут езды до дома.
Итак, что есть еще в этом номере? Здесь есть комната гигиены, где вы можете принять душ, туалет и, конечно, мойка. Вот. И что мы будем иметь, если мы уже получили это жилье? А вы знаете, что у нас уже получили это жилье, и были приняты разные гораздо решения. Лариса Агаркова, которая получила такое жилье, она хочет прописаться, она с Киева. Оставив такой, казалось бы, чудесный город Киев, она перебралась в Москву и хочет жить именно в Москве. У ней на подходе вторая студия, где она хочет открыть офис для работы с людьми уже воочию, чисто с москвичами. Итак, люди, которые могут продать, это у нас Германия. Вот Лариса Райзвих получила жилье, она получила деньги за эту студию. То есть это все реально. Можете получить денег 15-600 долларами или проживание здесь, в этой студии, или оформить сдачу в аренду нашей студии. Что мы в этом случае имеем? Мы имеем 17 тысяч рублей ежемесячно, и если это год, то это 204 тысячи. Но если люди живут далеко, например, Оля Щепкова живет в Барнауле, то она оформила разрешение, в команде она будет об этом рассказывать сама, разрешение, чтобы прописать трех человек. Значит, 150 тысяч ее уже ждут. Она нам говорила вчера, или когда она вчера проводила презентацию, и говорила, что она была в своей студии и наблюдала, как выезжают оттуда люди и заселяются другие жильцы. Вот такой сюрприз нам приготовил Тайрус. Но это не все. Возвращаемся в наш кабинет, и мы смотрим, что следом за жилищной программой на главной странице у нас расположены токены, то есть криптовалюта, которую вы можете купить. И увеличение криптовалюты идет 120% за год. Каждый квартал вы получаете свои проценты. Но кто из вас азартный игрок, вы можете участвовать именно в работе биржи и пустить свои токены на биржу. Об этом все расскажет завтра, а может быть даже и в следующий вторник Денис Тетерин. Я не знаю, как он будет рассказывать, поэтому все вопросы по токенам, все вопросы к нему. Дальше здесь есть вопрос именно по инвестициям. Следующая площадка, где любой человек, который обладает $1000 и более, он может положить на инвестиции для строительства домов и получить 300% со своей вложенной суммы. Ежеквартально получая проценты от своих вложений. Это тоже очень интересное предложение. Мой внук проживает в Канаде, и он, конечно, взял вот здесь. Единственное, что жалко, я не получаю процентов. Нет здесь реферальных, но люди получают 300% со своих вложенных денег. Итак, следующее окошечко у нас – это новости, где мы с вами видим прекрасно, что у нас сегодня только мои были брифинги утром и вот сейчас, а именно завтра, в среду, мы встречаемся с Денисом Тетерином, который нам подробно расскажет не только новости о самом событии, которое произошло в Москве, но и откроет секреты жилищной программы, а также откроет момент пользования продуктом мессенджер, как мы будем использовать его в своих кабинетах. Очень интересное будет, и завтра не пропустите эту встречу. Вы можете Денису задать все вопросы, которые касаются именно жилья. Итак, у нас здесь есть еще техподдержка. Техподдержка нам очень пригодилась в том случае, если люди принимают решение, не разобравшись в проекте, приняли решение оставить проект. Я, например, очень довольна. Некоторые люди, не разобравшись, продали мне свои кабинеты, и я довольна, что у меня теперь не один кабинет, не один, а у меня их гораздо больше. И я довольна, потому что в каждом из кабинетов я получаю вознаграждение. В данном случае это идут реферальные, но и при закрытии кругов я получаю вознаграждение более серьезное. Итак, если я нажму следующее окошко, то мы с вами увидим, что я могу вернуться в свой кабинет в обратном
состояние. Вот моя первая страница. Но я хочу сегодня показать слайд, именно слайд, который показывает, какие же здесь деньги мы сможем с вами получать. Если мы вошли в первый круг и подписали 4 человека, то нас без нашего участия перебрасывают на второй круг. Оказывается, очень мудрые наши руководители, и они придумали такой момент сохранения денег и их накопления, потому что многие из нас привыкли потратить то, что имеют сегодня, а о завтрашнем дне не думают. А вот здесь руководители нас продумали, и все нечетные круги не выводят денежек, а ведут накопления. А вот уже как вы попали в третий круг, вы сразу получаете, закрыв его, вы получаете $30. Вы скажете, ой, как мало. Правильно, мало, а вложили-то вы $10. А если ваш круг обернется еще раз, то вы уже получите $80, а $10 уйдут вашему приглашенному, кто вас, кого вы пригласили, и вы поможете реинвестами, именно людям своей команды. Ваши реинвесты им будут помогать. Но кому мало, тот не жадничает и берет сразу вторую программу «Медиум» за $50. И этот круг при приглашении, при закрытии его, вы получаете $150, и вас перебрасывает на второй круг, при закрытии которого вы получаете $150. Опять скажете мало? А соглашусь с теми, кто говорит так. И тогда человек берет следующее хард-программу за $100. И при закрытии именно этого круга вы получаете $300, и вас перебрасывает на второй. А теперь давайте посчитаем с вами, сколько же мы получим уже во втором круге, если мы имеем сразу три площадки. Это $300, это $150 и это $30. И сколько стало? $480 уже при закрытии второго круга. Это в 16 раз больше, чем получают люди, которые вошли только на один круг, именно изи. Но если мы будем дальше смотреть, то мы видим стоимость круга. Вот наверху в табличке стоимость круга. А внизу то, что вы получаете. В третьем круге мы не выводим, в четвертом выводим. В третьем не выводим, в четвертом выводим. Если мы заглянем с вами на минуточку в четвертые круги, посмотрите, какие здесь суммы. Хард – $1000, медиум – $500 и изи – $100. А если мы с вами сложим, это $1600. Ну, ребята, таких денег, я думаю, ни в одном проекте так быстро, дойдя всего до четвертого круга, не получает. Но у нас перспектива на несколько лет. Кто-то пойдет до 10 круга 2-3 года, роли не играет. Все равно вы придете к вознаграждению 72 тысячи долларов. Кто-то из вас сразу три программы. Здесь еще 360 тысяч долларов. И здесь 720 тысяч. Если вы сложите, это просто неповерная сумма, которую многие даже не представляют, и как их держать в руках, эти деньги. Вот эта перспектива у нас расписана на многие-многие годы. Я сама лично дошла до 5 круга. И в первой, вот в первой вызе, в медиум нет, конечно, я только в четвертом только перешла на пятый круг, пока у меня четвертый круг не закрыт. Вот. И в программе хард у меня пока только переход на второй круг. В жилищной программе я перешла тоже на второй круг. Вот это вкратце, буквально за 10 минут, за 15, я вам рассказала то, что нас ожидает, если мы с вами все-таки примем решение участвовать в этой программе. Александр, вы можете отключить камеру. Для вас, я думаю, достаточно, но я продолжаю. Значит, я не рассказала о том, что люди, которые к нам пришли, не все умеют обращаться именно правильно с интернет-проектами. А для этого именно программа Тайру, страничка Индиго, ролик, который звучит всего одну минуту, если мы его нажимаем,
появляется значок именно YouTube. Вы, нажав на YouTube, получаете его, ссылку этого ролика, и отсылаете всем своим друзьям, чтобы они посмотрели, сколько у нас здесь площадок, чему мы здесь научимся. И работе в Фейсбуке, и торговле на Амазон, и торговле недвижимостью, а также биткоины, вот, то есть криптовалюта. Все здесь есть в одном проекте, и не надо нам с вами никуда бегать. А как же нам выучить более подробно заработать?